Вы смотрите программу «После футбола». Забивают голы не только профессионалы, но и любители. Теперь любой из вас может оказаться участником нашей программы, если забьет красивый мяч. Причем где угодно, во дворе, в зале, в любительской лиге, это совершенно не важно. Главное, чтобы гол был красивый. БАД безалкогольный, официальный спонсор чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, представляет рубрику «Галерея», в которой собраны любительские голы со всех уголков нашей страны. И с Нобелем Арустамяном прямо сейчас мы посмотрим три лучших гола этой недели. Давай, Нобель, начинать. Итак, третье место — это Расим Алиев из города Санкт-Петербург. Он загрузил на сайт сумасшедший абсолютно удар, который, собственно, поразил всех. Еще раз давайте мы обратим внимание на пас, не самый удачный. И далее потрясающий удар. Сумасшедший удар. Я думаю, Нобель, даже Роберто Карлос бы и любой другой профессиональный футболист позавидовал бы этому великолепному удару Расима Алиева из Санкт-Петербурга, который, вонзив этот мяч в девятку, достойно занимает место номер 3 в нашем хит-параде. Абсолютно верно. Место второе — это Расул Рашидов из города Махачкала. Он загрузил вот такой абсолютно невероятный удар, похожий, собственно, на предыдущий забитый мяч. Давай смотреть. Здесь отбор мяча, я бы также отметил. А что дальше? Дальше дриблинг, удар, и мяч летает в самую девятку. Ну, на самом деле, пробил нисколько не хуже, чем коллега его из Санкт-Петербурга. А еще какое обманное движение было у него перед ударом. Он качнул соперника влево и ушел вправо. А мне кажется, даже не все телезрители обратили внимание. Высокое мастерство — Расул Рашидов из Махачкалы, автор этого забитого мяча. И он в нашем хит-параде сегодня на втором месте. Наконец, первое место — это Ярослав Кеверенин из города Санкт-Петербург, который загрузил гол, которому мог в любом случае позавидовать даже Златан Ибрагимович. Ну, человек с такой фамилией обязан забивать красивые голы, но у меня нет слов. На самом деле это просто какой-то шедевр. С какой попытки ты бы, Нобель, повторил этот удар? Ибрагимович бы с 10-й попытки не повторил. Отмечаем, как одним пасом отрезал защиту соперника товарищ, автор этого забитого мяча. Великолепный диагональный пас, но дальше это просто на самом деле шедевральное исполнение. И самое главное, удар был прицельный, что меня поразило больше всего. Еще раз смотрим, двух соперников отрезал передачи партнер. И далее невероятный удар Ярослава. Потрясающий гол. Ярослав Кеверянин из Санкт-Петербурга занимает первое место в нашем сегодняшнем хит-параде и демонстрирует всем, как нужно забивать красивые голы в 2016 году, чтобы попасть к нам в программу. Если ты хочешь, чтобы мы подробно разобрали твой лучший гол в прямом эфире, то загрузи его на сайт galeria.com. Ну, вот, собственно, и все, что мы успеваем сегодня вам рассказать и показать. Давайте посмотрим результаты этого тура. Он не завершился. Еще два матча состоятся в понедельник. Урал сыграет с московским «Динамо», в частности. Любопытная вполне игра. Ну, а то, что сыграно на сегодня, самый главный результат – это победа ЦСКА в дерби над «Спартаком». Также отмечаем то, что Терек победил «Локомотив» и поднялся очень серьезно вверх в турнирной таблице. Это все на сегодня. Увидимся в следующее воскресенье после футбола на Матч ТВ. До свидания.